Шахматная доска в рекреации, яркая мебель и акцент на спортивные достижения. В Барыше капитально ремонтируют школу номер 4. Дизайн учебного заведения выбирали всем коллективом. Взрослым и детям было предложено несколько вариантов. Об этом рассказали губернатору Алексею Русских. Мы провели голосование совместно с родителями, учениками и администрацией школы, и учителями. Вот мы в таком виде хотим видеть нашу школу. Так, ну и как родители относятся к такому виду школы? Ну, у нас было онлайн-голосование, родители все согласны. У нас было несколько вариантов. Из вот 5 вариантов выбрали вот один такой вариант. Первый раз за парты 4-й школы ученики сели в 1979 году. В этом году учреждение отпразднует юбилей – 45 лет. Ремонт станет отличным подарком всему коллективу. Школа вошла в федеральную программу капитального ремонта, которая реализуется по инициативе президента. По проекту в учреждении обновят крышу, стены и фасад, укрепят фундамент, заменят систему водоснабжения, отопления и вентиляции. На данный момент подрядчики выполнили стяжку полов, идет предчистовая отделка. Обновят кабинеты, столовую и спортзал. И у нас школа спортивная, все мероприятия районного характера проходят именно в нашей школе, поэтому мы хотим видеть еще и площадку нашу, очень красивую. То есть здесь и прыжковые ямы, и спортивные площадки, футбольные, волейбольные, и тренажерные. Глава региона также дал поручение благоустроить территорию вокруг школы. Эти работы не вошли в проект капремонта. В школе учатся 711 ребят. На время ремонта они перераспределены в соседние учреждения. В этом году в регионе обновят 8 общеобразовательных организаций. До 2026 года в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» планируется отремонтировать 54 общеобразовательные организации региона. Анна Тищенко, Управда ТВ.